фраза «юрту ставят две женщины за час» вы найдете часто. Наберите в Google или в Яндекс, и в этом убедитесь. И давайте реально посмотрим, сколько времени надо на установку юрты. Причем выберем не ханскую, вон она заканчивается, выберем юрту поменьше. Не будем тратить время на установку помоста, вычеркнем. Значит, будем считать, что на травке в поле мы поставили. И смотрю на часы. 7:08, 8 минут назад начали ставить. Ставится с двух или трех кереген, после этого конструкция стоит. Вот уже стоит. Раз, стена. Два, три, четыре, пять. А всего сколько будет стен? Восемь. Восемь. Это будет восьмикрылая, восьмиканатная, восьмистенная юрта. Друзья, идет выравнивание кереге. Уже все кереге встали. Почти. Вот здесь еще не связано. Здесь тоже не связано, вот связано. И освобождают место. Это грубая прикидка идет под дверь. Дверь будет вот здесь. Здесь нет закругления, нет бортика. Бортик, чтобы кереге не выехала за круг. Втыкаю дверь. А говорили, юрта без дверей? Дверь пришла совсем недавно. Ей лет 50. До этого не было, были только пологи. 50 меньше. Меньше? Да. Согласен. Согласен. Около 25-30. Вот, 25-30 может быть. Да. Друзья, следующий этап. Это навешивают украшения. Заранее, пока не поставили уки. И так сделать легко, потому что вот так они надеваются, и не надо будет отдельно потом вязать узелок. Улан, сколько человек собирает юрту? Три брата. А, здесь сейчас? Да, мама, да. Три брата, мама. Да. Дядя. Дядя. Три брата. Пять. Пять. Да. Получается пять. Как ты думаешь, за сколько вы соберете юрту? Это за полтора часа, примерно. За полтора часа? Час-полтора. С Уланом, и он говорит, что если бы мои верблюды пришли вот сюда вот, то ему было бы проще. А за счет того, что нужно ходить на площадку, где стоит машина, то это дополнительное время. Друзья, вот. Верблюды запаркованы вон там, вон. Поэтому дополнительное время. Не здесь завязываешь, а вот здесь, чтобы он не выскочил вверх. Не, да? И этот, и чтобы красиво. Внутри красиво. А, будет. Внутри еще красиво будет. Наклончик. Да, наклончик. Да. А почему вы делаете из двух, а не одну? Можно одну сделать. Можно одну сделать. Да. Вот этот покрепче. Можно одну сделать, можно одну. Не принципиально, совершенно верно, не принципиально. Принципиально, что он должен быть. Вот они здесь идут вместе и на перекрестие. Это на самом деле будет красиво. Внутри еще красиво. Да, внутри еще, напротив двери. То есть и физика, и красота. Вот, подготавливают тюндюк к поднятию. Вместо бокана два ука, которые Улан перевязывает крестом, чтобы попасть здесь в перекрестие. Разворачивает как нужно по входу. Давай. И пошли уки. Вижу три. Вот четвертый.
раз, два, три, четыре человека, один держит тюнюк. Пятеро. Так, и он приподнял на руках. Это прекрасно. Да, здесь нужно клювиком не щелкать, потому что условия у нас почти реальные. Сегодня середина мая, ветерок, прохладненько, и это реальные условия. Мы не в павильоне ВДНХ, крытом. Примерно половину уков поставили. И дальше принцип простой. Каждый следующий примерно в серединку. А у Лана сколько уков здесь? Здесь 100. 100. Он отошел в сторону примерно вот на это место. Стрельнул, пристрельнул и выравнивает этими канатами. Так. Теперь ему не нравится, и он приподнимет тот край. Так, сейчас он идет стрелять. Песня. Друзья, вот последний лук. И они заранее лежат там, где нужно. Это юрту собирает 6-й час. Те две примерно по 4 часа. А вот эту шустро воткнули за 3. Юрта — это универсальный дом. Да, он будет. Универсальный. Смотрите, дом. Вон залез, да? Здесь, да. 100 уков. Здесь 100, а у них 110. Ну, у них 110. Он сидит там, да. на один ук нагрузка получается, если он 60 кг, 600 грамм всего лишь нагрузка. Совершенно верно, да-да-да. Если дождь пройдет, нагрузка больше будет, чем он сидит. Войлок впитает влагу, да, и нагрузка будет больше. Да. Совершенно верно. Спасибо, мы с тобой говорим на одном языке. Сейчас перешагнет на следующий. Идет подтяжка, после которой уки не будут играть. Друзья, установка чаевых стеночек началась. Так, подтягивает. Друзья, вот устанавливают пояс. Вот он. Он цветом вовнутрь. И он пойдет в круговую. От верха кереге на изгибы. Вот его поднимает. Вот его поднимает. И вон он канат. Вот он его подтягивает. И вот здесь вот оп, приподняли. Оп. И чуть ниже. Так, боковой войлок. Вот вторая часть. Здесь внутри поддергивает. Кошму натягивает. Это вторая часть, а всего будет 4. Да, 4 части. Будет 4 части. И вот он ему закидывает канатик. Оп. И он его поймает и привяжет. Друзья, наступил вечер, и снимать уже не очень комфортно. Камера не берет. Продолжим утром. Друзья, вчера при установке юрты И перерыв взяли 9:15. Оставили. И сегодня с утра еще час. Юрта готова. Так. И обстановка близкая к реальной. Вчера был ветер, довольно было прохладно. Нормальная ночь, безлунная. У кочевников нет расписания, что ставят юрту с завтраком и обедом. А сейчас мы видим, что юрта, так сухим языком, начинена живой жизнью. И это был еще час. Посмотрим, что после вчерашнего изменилось.
накрыли крышу, накрыли тюндюк, и внутри прекрасная жизненная обстановка. Обстановка праздника и жизни. Так, вот такое убранство. И, друзья, подведем итог. 2:15 вчера и сегодня, час 3:15, юрта на 100 канатов. Это реалии сборки юрты. Так, и вернемся к тому выражению, с которого я начал, которое не я утверждаю, а в основном в источниках. Это юрту ставят две женщины за один час. Я не буду спорить, я не буду доказывать что-то. Я показал реалии. Думаю, что если выражение «юрту ставят две женщины за один час» заменить на выражение «юрту ставили две женщины за один час», а не пять мужчин, то по рукам. Если, друзья, у вас есть видео, подтверждающее прошлое, пожалуйста, пришлите. Если в вашей жизни есть возможность это показать, пожалуйста, дайте мне знать. Я приеду, мы поговорим, снимем. Я думаю, миру будет интересно. Друзья, всего доброго, до встречи на канале.